Всем привет! Предлагаю вашему вниманию, что такое короткое видео, короткое в плане расстояния небольшое. Липецк, Москва, первая серия. Как вы, наверное, уже видите, тестирую новый прибор, которым планирую снимать видео о трассах России. Настройки, значит, позволили. Вернее, настройки следующие. Самое главное, первое, частота кадров. Частота кадров 60 кадров в секунду. Второе. Обратите внимание на капот и на картинку. То есть включена система стабилизации. Три положения: без стабилизации, слабая стабилизация и высокая стабилизация. Первая попытка снять со средней стабилизации показал, что эффект очень маленький, поэтому установил на приборе уровень стабилизации высокий. Ладно, по характеристикам и по настройкам прибора чуть попозже. Сейчас движение по городу Липецку. На меня Липецк произвел хорошее впечатление, по крайней мере, оживленные улицы, дороги, в хорошем состоянии. За все дороги говорить не могу, но, по крайней мере, то, что увидел. Город достаточно чистенький, аккуратный. Я говорю, производит приятное впечатление. Как видно на картинке, состояние полотна дорожного и разметка в хорошем состоянии. Дороги, как мне кажется, чистенькие, аккуратные. О манере вождения по всему городу судить не берусь. Для этого нужно, по крайней мере, там какое-то время находиться, более-менее длительное. А за несколько часов нахождения в городе делать какие-то выводы — это опрометчиво. Видео, скажем, в большей степени такое, не для автотуристов, автопутешественников, а просто посмотреть на город, на окружающую природу, на ландшафт. Движение свободное. Несмотря на уже приличное время, уже 10 часов почти, особых затруднений не увидел. Красивое здание. Приятное впечатление оставляет город.
нет той суеты, свойственной большим городам, мегаполисам. В каком состоянии были дороги в Липецке, например, лет 5 тому назад, сказать не берусь. Но в настоящее время, по крайней мере, то, что увидел, можно сделать выводы, что состояние дорог вполне приличное. Видно, как картинка на месте, а капот, сам автомобиль получает достаточно, не то чтобы серьезное, но заметное колебание, и на картинке это никак не отражается. Значит, буду двигаться не один, движение будет не один, воспользовался услугами Блаблакара, вот, попутчиков, то есть автомобиль, этот оборудования никакого в автомобиле нет, кроме видеорегистратора. В основном это тест нового прибора. По крайней мере, я уже просмотрел фрагменты все. Он оставил довольно-таки положительное впечатление. На мой взгляд, картинка значительно лучше, чем на Акиноре. Но это, наверное, благодаря и хорошей матрице, ну и соответствующие настройки. Например, в Акиноре, но проблематично было что-то настроить серьезное, не то чтобы серьезное, а какие-то тонкие настройки сделать невозможно. Но у Акинори, скажу, преимущество в том, что отражается информация местонахождения, где проходит съемка, координаты и, значит, ну, необходимое и скорость, то есть и движение, то есть вот вся информация, которая необходима в случае каких-то проблем, можно было бы предъявить и по карте потом все это привязать к картинке. На этом приборе только название, что можно использовать как видео авторегистратор. Преимущество в том, что его можно запитать и от прикуривателя автомобиля, а также использовать аккумулятор сменный. Сменного аккумулятора хватает на 110 минут. То есть при выключении автомобилем, при отключении питания от аккумулятора, от автомобиля, он в состоянии снимать еще 110 минут. Это очень хорошая характеристика, очень хорошая, но большой недостаток, как мне кажется, да не кажется, а на самом деле так, это отсутствие встроенного GPS-приемника. То есть, подводя итог, вот такой небольшой, пока прибора, который бы полностью удовлетворял моим требованиям в дальних поездках, я пока не нашел. Пока не нашел. Вот если бы совместить Акинори и HGCam Legend
ZKM6L Legend, по-моему, это называется, в один прибор. Конечно, это было бы замечательно. В Акиноре отсутствует встроенный аккумулятор, то есть он работает только от бортовой сети. Это, я считаю, недостаток. И отсутствие тонких настроек. На этом же приборе настройки, они позволяют настраивать на ясную погоду, на облачную, на пасмурную. 5 или 6, по-моему, вариантов настройки. Позволяет также изменять угол обзора. То есть есть узкий угол обзора 90 градусов, средний и широкий. Вот сейчас у меня настроен на широкий угол обзора. Кроме того, я говорю, на Акиноре нет устройства стабилизации изображения. То есть все колебания, все дрожания, они отражаются на картинке. И потом у Акиноре, я заметил, есть межфайловая задержка такая небольшая, то есть какая-то несколько долей секунды, не знаю там, но это заметно, типа торможения, что ли, то есть пропускаются кадры. На этом же приборе я обратил внимание, что межфайлового, ну как, дрожание, что ли, замирания этого нет. Мне очень понравилась картинка. Буду ли я его использовать в качестве видеорегистратора, пока не знаю. Но то, что съемка из окна поезда будет проводиться, в этом я почти уверен. Думаю, для съемки из окна поезда это, ну, то, что нужно, скажем так. На видеорегистраторе, но буду я его называть так, видеорегистратор, поскольку он стоит в режиме автомобильной съемки. У него, значит, установил карту памяти на 128 гигабайт. Ее должно хватить было. Да и на панели приборов это отражалось. Примерно на 14 часов. Я так и планировал 14 часов. Но тут появились такие технические особенности, что ли. Фактически записалось видео на 98 гигабайт, и непрерывная съемка составила 9 часов, по-моему, 30 минут. Куда ушли остальные гигабайты, я не знаю. По всей вероятности, как мне кажется, некоторые файлы были, но они рассчитаны были по 10 минут, каждый файл. Там была возможность настроить на 3, на 5, на 10 минут и непрерывную съемку. Я настроил, значит, по 10 минут продолжительность каждого файла. И вот, по всей вероятности, некоторые файлы, ну, приходилось останавливаться на заправке, там другие были остановки. Выключался прибор, и файл, не заполненный до конца, он полностью забирал 10
10-минутный интервал. Вот так вот как-то я выразился. То есть забирал объем памяти, хотя фактически там было одна, может быть, две, может быть, 3 минуты. Может быть, из-за этого произошла потеря объема памяти. Возможно. Потому что я его тестировал на непрерывную съемку из... Ну, ставил на балкон и снимал просто небо. Так, там видео непрерывное, вернее, общий объем видео составлял 13 часов там с копейками, ну практически 14 часов. Но вот в движении, как показала практика, это хватило на 9 часов. Но там на дисплее высвечивается оставшееся время для записи, можно контролировать его. Но в целях экономии, ну, чтобы прибор не грелся и прочее, я отключал. То есть примерно через минуту после включения, через минуту или две дисплей отключался, уходил в спящий режим. В случае просмотра нужно было коснуться пальцем до экрана, и он активировался. Но я не знаю, в чем причина. В общем, такая особенность. Теперь нужно будет иметь в виду, что примерно на 9 часов хватает карты памяти 128 гигабайт. Постараюсь максимально совместить аудио с картинкой. Ну, есть для этого причины, потому что, во-первых, видео будет ускорено в 2 раза для удобства просмотра. И реальный звук может, ну, я имею в виду шум в автомобиле может не совпадать с какой-то, ну, с картинкой. Полное видео без ускорения я размещу на втором аккаунте. Видеодорог 2 будет без ускорения, максимально приближено. Ну, звук будет реальный, скажем так. Буду что-то комментировать на диктофон, но слышно будет и реальный звук в салоне автомобиля. Ни радиостанции, ничего больше не было. Если будет играть музыка, значит, буду уменьшать звук. Пригородные дороги до трассы Дон. Ну, можете сами понаблюдать в разном состоянии. Ну, дорога, скажем так, на троечку с плюсом, на четверку с минусом я бы оценил так. Но в основном, скажем, просто наблюдайте за состоянием дорожного полотна, кому это интересно, или же за пейзажем, который вот открывается из окна автомобиля. Вот особенно заметно, как компенсируется вибрация и дрожание камеры. То есть камера, картинка неподвижна. Капот автомобиля показывает.
скажем так, индикатор состояния дорожного полотна. Если в Акиноре записывал и состоянием дорожного полотна был микрофон, встроенный в прибор, то здесь хорошим ориентиром, на мой взгляд, это вот капот, который можно наблюдать на протяжении всего пути. Мне понравилась передача картинки, цветовая гамма, то есть искажения, на мой взгляд, практически никакого. Этим прибор меня порадовал. Да, блики от панели солнечные, они вот отражаются в лобовом стекле, и немного картинка как бы замыливается, смазывается. Но я повторю, что это пробный тестовый маршрут Липецк-Москва. Показать трассу М4 Дон, федеральную трассу. Видео об этой трассе в интернете очень много. Движение интенсивное. Ну, понятно, дорога на юг. Вот, движение очень интенсивное, тем более месяц пик, месяц отпусков. Месяц, когда люди на своем автомобиле отправляются отдыхать на юг. В этом есть свои преимущества. Двигаться в отпуск на автомобиле. Но есть и свои недостатки. Если, например, не ограничивать себя во времени и потратить на дорогу столько, сколько считаешь нужным, то да, на автомобиле там проехал, например, 300-500 километров, остановился на привал, на ночевку, можно хорошо добраться, но тут нужно еще. И, кстати, в случае каких-то проблем с ночевкой, там уже там, где планируете остановиться, отдыхать, ну, отпуск проводить, в случае проблем с жильем, ну, думаю, можно какое-то время и в машине переночевать. По крайней мере, не на улице или не на съемной квартире. Но вот есть такая вот особенность в каждом регионе России, я обратил внимание, ну, своя манера езды. То есть свои шумахеры, есть своя энергетика на дорогах. Ну, каждый, конечно, учитывая эти возможности, принимает решение. Лично я ни за что бы не поехал отдыхать, ну, например, из Москвы там, в Сочи на автомобиле. Вот, спокойно можно, без проблем, на поезде. Тем более сейчас ходят на юг двухэтажные вагоны. Мне очень понравилось на втором этаже ехать. Правда, там они стали немного по объему поменьше в двухэтажных вагонах. Но как-то уютней, что ли. И коротковатые они. Я, например, с трудом помещался на лежанке двухэтажного вагона. Они покороче немного, чем ну, в обычном вагоне. Но это не критично. Со второго этажа вагона замечательный обзор открывается.
не знаю, на любителя. Мне понравилось ехать на втором этаже. Радует картинка. Пейзаж меняется, то лесистое, то открытое место. Вот свет, солнце бьет сбоку в спину, поэтому вот экспозиция, освещенность просто, на мой взгляд, замечательная. Интересно было бы снять против солнца, как снимает этот прибор. Первоначально в планах было снять полностью маршрут Москва-Липецк-Москва. Я на это и рассчитывал, что 7 часов записи хватит в одну сторону, 7 часов в другую. Но вот, как показала практика, ну, 10 часов где-то непрерывного движения только он обеспечивает. Не знаю, потянет он карту 256 гигабайт. Но рисковать не буду. Производитель написал, что 32, 64, 128 гигабайт можно использовать карты, а про счет насчет 256 не упомянул. Поэтому рисковать не буду. Так, что еще хотел сказать про этот прибор? Ну, микрофон пишет хорошо, поэтому в случае дальней поездки, даже не знаю, может быть, снимать сразу на два, на Кеноре и на Саджикам. Ну, не знаю, посмотрим, время покажет, как говорят в народе. Чем еще хорош вот этот видеорегистратор, который сейчас использую? Там есть функция подключения внешнего микрофона, но как вот показала практика, как показал вот этот тест, неплохо запись идет и на встроенный микрофон. Недостаток в том, что при зарядке диктофона запись производить невозможно. Насколько хватает своего заряда, там написано, по-моему, на 120, что ли, часов. Так, я о чем говорю? О, Господи, я говорил о видеорегистраторе, пришел на диктофон. Запись на внешний микрофон, на видеорегистратор, можно рассчитывать только на встроенный аккумулятор 110 часов. Непрерывный... Да, какие 110 часов? Что-то у меня это самое...
110 минут непрерывной записи, и собственного аккумулятора SG-кам хватает при полной зарядке. Всего серии, наверное, будет четыре, наверное, серии. Это в дневное съемка в дневное время. И, наверное, сделаю небольшую, может быть, 2-3 серии. Сделаю уже в сумрачное и в темное время. Это, наверное, будет интересно тем, кто собирается на юг и посмотреть, какая разметка, какие условия при движении ночью, чтобы могли спланировать себе ехать светлое или темное время, чтобы знали, что вас ожидает на этом участке, вот между, например, Москвой и Липецком, или Липецком и Москвой. Видеорегистратор я рассчитывал на 14 часов съемки. Но ввиду того, что какие-то файлы неполные заняли объем на диске, на карте, получилось, что первые кадры, ну, стартовали-то в светлое время, где-то часов, наверное, в 17, вот, и примерно с 17 до, по-моему, до 21 часа эти файлы удалились, чтобы разместить. Ну, по принципу, старые файлы удаляются, размещаются, записываются новые. Вот по этой причине, значит, старт в Москве был уничтожен. Ну, я говорю, это пытаюсь отработать новую технологию. Новые, ну, как условия, что ли. Да, по всей вероятности так и буду делать. Придется запись вести и на видеорегистратор, и на писать на диктофон. Потом, чтобы потом при ускоренном воспроизведении можно было какие-то фрагменты вырезать и, ну, максимально, что ли, по времени сопоставлять, совмещать по времени. Да, новые задачи, новые проблемы. Но это все не важно. Недавно передали по телевизору, проводили тест арбузов, которые, ну, ближе к Москве вы увидите, кто будет смотреть. Фуры стоят, и прямо из автомобилей продают эти ягоды. Арбузы, там, бахчевые дыни, все такое. Брали на анализ.
санэпидемнадзор, что ли, брал. Вот, провели анализ, и этих селитры не обнаружили. То есть в этом плане арбузы хорошие, но на тест тяжелых металлов не проводились. Но не знаю, тут какая-то идет своя игра, своя, не знаю. Не знаю. Вот эти вот посты для оплаты участков, они тоже раздражают. Вроде бы не успел заплатить деньги, вот как снова да, деньги снимают, конечно, тут немалые. Но чем хороша трасса Дон, тут у них есть и аварийные комиссары, и цивилизованные вроде бы места для отдыха, для ночевки. За все нужно платить. Хотя человек старой формации, когда работаешь на страну в надежде, что страна о тебе позаботится. Но сейчас другое время. Много автопутешественников, автотуристов движется на юг, много возвращается с юга, то есть отдохнувшие. Ну вот при нормальных условиях движения, если не спешить никуда, не изматывать себя при такой таким вот ритмом по 800, по 900 километров, то вполне можно отдохнувшим приехать, окрепшим, загоревшим, как сказать. Но каждый пусть решает сам, как говорится. Я что вижу, что ощущаю, я об этом говорю. Трасса М4 Дон считается одной из лучших. Много платных участков. Есть альтернатива трассе Дон, но там дорога проходит через населенные пункты по одной полосе в каждую сторону. Полотно дороги тоже разное. Есть и хорошее, есть и отличная. Вот. Вообще-то я считаю, что государева дорога должна быть на порядок лучше от платных. Но у нас пока все наоборот. Многие автомобили двигаются по бесплатным участкам. Ну, там и скорость поменьше, там и гаишников побольше. То есть, я думаю, в конечном итоге один к одному получится. Или здесь заплатить на пункте оплаты, или же там двигаться с маленькой скоростью. На бензин потратишься, на нервы, на тех же самых гаишников. Я не думаю, что они перевоспитались и не занимаются поборами. Вот сейчас, наверное, вы можете слышать разговор в салоне автомобиля. То, что я комментирую, это записываю на диктофон и потом буду накладывать на ускоренное видео.
прошла информация, что вновь будут останавливать не на стационарных постах ГАИ, а на трассе. То есть скрытого патрулирования видео и фотофиксации недостаточно. Как считают, вот поэтому будет опять возврат к старому. Видать, кому-то перекрыли каналы. Стало тоскливо. И опять вернулись вот к прежней системе. Ну, это по принципу храм, бассейн, бассейн, храм. Такие вот качели. Значит, если будут мобильные посты ГАИ, и водитель будет обязан останавливаться, значит, денежки поплывут опять в чей-то карман. Ну вот трассу Дон я бы, наверное, сравнил вот с чем бы я сравнил ее. Ну вот, например, участок от Красноярска там до Кудова, до Новосибирска, по-моему, ну чуть поменьше. Или трасса Карелия. Вот примерно в таком же состоянии. Мне картинка, экспозиция нравится. То есть передача стопроцентная, на мой взгляд, и матрица хорошая. В общем, пока я радуюсь. То, чему огорчаться, я уже озвучил. Других сериях, других маршрутах я несколько раз говорил о том, что северный вариант — это Москва, Ярославль, Киров, и действуют мобильные пункты Платон. Это просто иметь в виду, чтобы, двигаясь по этим маршрутам, знали, что... Ну, это в основном касается, наверное, дальнобойщиков, больших грузов. Маленькие машинки-то от этого не страдают.
Где-то шумит резина. Вот по шуму резины можно определить грубость дорожного полотна. Жесткость, наверное, не грубость, а жесткость. Вот в этот же день на трассе, но спустя, по-моему, часа два или три после того, как была сильная авария, там, по-моему, с очень тяжелыми последствиями по телевизору передавали, часа, наверное, через 3 или 4, вот после того, как маршрут был закончен. Допустимая скорость на трассе Дон 130 километров в час. Движение спокойное, размеренное. Вообще, я извлек для себя пользу от того, что, просматривая видео, не то чтобы вторично по этой дороге едешь, ведь двигаясь в автомобиле, мало обращаешь внимания по краям, по бокам, в основном на дорогу, на впереди идущий транспорт.
А здесь есть возможность и поглазеть по сторонам, полюбоваться природой. Вот эта видеокамера, на мой взгляд, ну, не передает, конечно, полной панорамы. Все-таки вот там и написано 166, что ли, градусов. Но это гораздо меньше, чем 180. Вот, не дает полного представления, полной картинки о ландшафте, о природе. Ну, не знаю, посмотрим, какие будут от вас отзывы, оценки, сравнивая с Акинори. Все-таки, мне кажется, картинка гораздо лучше. То, что нет информации координат, ну, разрешение, на мой взгляд, очень хорошее у камеры. Можно будет практически остановить в любом месте, где стоит дорожный указатель. Ну, а потом на карте посмотреть. Конечно, это не очень хорошо, но что есть. Это хохочут блаблакарщики. Там тоже интересная система, значит, ведь рейтинги устанавливают какие-то есть для тех, кто пользуется этой услугой, как для водителей, так и для попутчиков. Вот. Так что, я думаю, это перспективное, наверное, направление. Когда можно передвигаться будет по стране, не обязательно на автобусе или на такси, а просто на сайте BlaBlaCar найти попутчиков, договориться об условиях. Ну, они, как правило, оплачивают бензин. Вот. Очень выгодно всем. Или же платить там серьезные, на мой взгляд, деньги за билет. Вот, или же на выгодных условиях. Всем выгодно, всем хорошо. Ну вот, слышали, до Москвы еще 350 километров. Так, ну, серия заканчивается. Осталось совсем
Осталось буквально там 2-3 минуты. В общем, экспериментальное во всех отношениях видео о маршруте, первая серия и другая видеокамера и другая технология комментирования. Обрабатываю видео редактором MovAVI. Мне он все больше и больше начинает нравиться. Очень много функций у него. Вот. Ну, у всех, конечно, видеорегистраторов свои преимущества, что ли. Мне нравится и Sony Vegas Pro 12. Ну вот, сейчас я пользуюсь пока этим видеорегистратором. Но на этом комментировать заканчиваю. Может быть, видео еще какое-то время продлится. Вот. Продолжение следует.